Стальные яички! Это что такое? Это жижа новая для вейпа, стальные яички. Почувствуй силу мужика! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу новую рубрику «Детективы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу огромную активность под нашей предыдущей серией детективов. Только благодаря вам мы и продолжаем записывать эту рубрику. Поэтому, ребята, если хотите еще одну новую серию данной рубрики, ставьте огромные лайки прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. И, ребята, правила в этой серии мы не будем вам объяснять, потому что мы объясняли в предыдущей серии. Кто не смотрел, заходите в описание, там ссылочка, и бегом смотреть. Да, Эдисон, давай, все, я пошел показывать, что я построил. Ой, ну давай, давай, так, а где, а, да, я вот сюда, все, давай. Все, давай, давай, давай. Итак, ребята, я уже все построил и готов вам все показать, но в этой серии у нас, ребята, будет все немножко не так, как было в предыдущей. Теперь, ребята, мы решили записывать два различных видео. То есть, в моем видео вы увидите только то, как Эдисон придет на мою карту, и мы, собственно, здесь потусим с Эдисоном на моей карте. А если вы хотите увидеть, что же будет на его карте, которую он для меня построил, и как я к нему схожу, то переходите на канал Эдисона, ссылка будет, конечно же, в описании, и посмотрите его видосик, там, ребята, я иду на его карту. Ну, а в моем видео он пойдет на мою великолепную карту. На моей великолепной карте Эдисон на этот раз будет играть роль вейпера. Если вы, ребята, не знаете, кто такие вейперы, то вообще вы на этой земле живете или нет? Ребята, вейперы — это те, которые курят электронную такую сигарету, которая называется вейп. И есть такое, знаете, в народе мнение, что все вейперы гомосексуалисты. Это, конечно же, неправда, но такое, ребята, есть мнение. И, собственно, Эдисон у нас будет сегодня играть вейпера, который будет еще и геем. Да, и Эдисону нужно будет как-нибудь отвертеться от того, что он гей. Вот и все. На этом и заключается вся суть моей карты. Ну а что же будет дальше, вы увидите в самой серии, а мы начинаем, а я пока перевоплощусь в шерифа полицейского. Ну что, Эдисон, ты готов? Заходи на мою карту, заходи, дай немножко подготовиться. Эдисон, в сегодняшней серии ты будешь играть роль вейпера, то есть человека, который курит вейп. Да, Эдисон, вживайся в роль, а я начинаю. Маж. А где мой вейп, где мой вейп? Где твой вейп? Неважно, неважно, Эдисон. Алло! Алло, открывайте дверь! Алло, открывайте, открывайте! Полицейский, полицейский, вы кто такие? Так, мы, меня прислали к вам ваши соседи. Они сказали, что у вас в доме творятся какие-то странные вещи, тут же мы какие, кто-то... Какие вещи? Что только накурено, напарено! Так давай, открывай дверь, открывай дверь быстро, а то мы смотрят, а что тут у тебя такое? Что это у тебя тут такое? Ну выйдите сюда. Где начальник? Выйдите вот сюда, что это такое? Да я тут. Что это такое? Мажижа. Вот это... соседи хейтеры просто не любят вейперов, вот настроили писюнов, типа то, что. Вот вейперы, писюны любят, они жижу. Вот дебилы просто. Вот к ним лучше идите, а не ко мне. Это вы подозрительный какой-то молодой человек, ну да ладно, хорошо. А вообще объясните мне, что такое вообще вот ваши вейп? Я вот не понимаю, вейп это что такое? Вейп. Ну это на 95% безопаснее, чем сигарет. Вам не понять, начальник. Да, я просто вот слышал, мне вот говорили мои вот сотрудники по цеху, да, говорили мне, что вот все вот эти ваши вейперы, они гомосексуалисты, это правда? Конечно нет, это куряги гомосексуалисты, вейперы охрененные пацаны. А вы вообще знаете, гражданин, что гомосексуалисты вообще на полые браки у нас запрещены? Да я тут ни при чем, вот курягами идите, у меня жижа есть, вейп есть. Ну хорошо, хорошо, ладно, я тогда проведу вас в обыск в квартире и посмотрим. Какой обыск, ордер есть или жижа? Я сейчас тебе такой ордер покажу, ты хочешь ордер? Ой, а чё-то вейп, новая модель вейпа, ну дай закурить, начальник. Да тебе сейчас дам закурить. Вот, все, что у нас тут такое, кухня, значит, да, так что-то подозрительная какая-то кухня у вас. Подозрительная у вас кухня. Обычная кухня, человеческая, вейперская кухня. Ну ладно, кухня, допустим, у вас обычная, это вы тут смотрите телевизор, да, вы смотрите телевизор? Да, телевизор, вот. А у вас тут вы какие-то фильмы, да, смотрите по нему? Да, бывает иногда, но обычно нет, обычно я просто парю. Ага, понятно. Фильм, значит, «Горбатая гора» мы смотрим, да, фильм? Ну да, «Горбатая гора», горы там. Да, горы, я знаю, мне рассказывали, что это у вас тут такой вот за фильм. Это ковбой с кучером там, они там
чпок-чпок, да? Это вот, вот такие, да? Я говорю, вы отсталые от мозга, даже не знаете, что такое вейп. Это новый современный фильм 2017 года, горы горбатые, и все. И мотоциклы там на горах катаются, байкеры. Обычный фильм. Да, а тогда «Сладкая парочка», что это такое вот за фильм? Ну, обычная романтика, вот я с девушкой своей смотрю, когда она приходит. С девушкой, значит, смотрите, хорошо. Да. А для чего нужен писюн 18+, а ну смотрите, что это такое. Ой, начальник, все мы не без грехов, да? Ну, тоже, присядьте, давайте вместе посмотрим. Все мы смотрим такие фильмы, начальник. Так, вы тут мне ваши фильмы, вот эти, голубизнистские, вот тебе не надо. Да, прям, не, ты... я же говорю, я не... однополые браки, это что такое? О, это вы мне подкинули. Вот пришли мне затираки, протирки. Это у вас в ящике. А, у вас в ящике еще и пестрюнчик. А это что такое? Ну-ка объясняйте, что это за палочка. У вас такой пестрюнчик называется. Ну, дай я сам посмотрю. Пестрюнчик. Ну, конечно. Конечно, я вейпер, начальник. Но не все мои друзья вейперы, а все мои друзья куряги. Вот пришли, вот они же гомосексуалисты, да, начальник? Вот пришли, закинули мне сюда, и вот типа... Закинули, вот, значит, хорошо. Да. Вы тут, оказывается, вы еще тут и читаете, да, и фильмы смотрите, и читаете. Ну-ка, я посмотрю, что вы читаете, не, да? Это не мое, вейперы не читают. 50 нет. оттенков серого. Ну, в принципе, ладно, 50 оттенков серого, это ну, понятно все. Все, значит, вейперы еще и тупые. Ну, понятно, ладно. Так, ой, любовь для всех. Что это за книжка такая? Ну, рассказывайте. Любовь для всех, ну, как бы романтика. Романтика, да. А чё, книги не читайте, начальник? Мальчик тоже влюбляется, что это такое? В смысле, ну, девочки влюбляются, мальчик влюбляется, ну, как бы, потом, семья, женитьба, дети, трахпах, смерть. Трахпах, между мальчиками, да, я так и понял. Так, а это ваша машина, да, голубенькая такая, да. Ну, чё, начальник, чего? Это вот ваша такая голубенькая машина, да? Не сон. Значит, вы все-таки гей, я понял. Ну, если голубая машина, значит гей, не да. сон. Ну, все понятно, может не оправдываться. А это что такое? Зачем вам в гараже юбочка голубая? Причем голубая юбочка, хочу отметить. Начальник, с ума сошли, какая юбочка? Это тряпка, стекло для машины. Вот протираю, смотри, я машину протираю. Вот юбочку, смотрите, вот протираю стекла. Да, вот, почему, такая... почему у вас много таких юбочек голубеньких? Много тряпок. Машина просто быстро пачкается, вот протирать каждый день нужно. Протираю. Ну вот, ладно, смотрите. Ладно, хорошо, ладно. Да пройдемте на второй этаж. Что ты подозрительный, какой-то тип прям вот подозрительный. Подозрительный, обычный вейпер. Да, конечно, вот так я это вот обычный вейпер, этот. Вот вейпер этот того. Ой! Это что у вас такое на втором этаже? Что это? Чё? Чё ты там кашляешь? А это что такое? Да кури, напарил вейпер же! Напарил, значит. Не привыкли, вот держите пистолет, курите, если хотите. А почему у вас тут вещи мужские? Слушаться. Я мужик, как бы вещи а свои... Почему, а почему так много? Потому что как бы у меня не одна пара трусов, а много пар трусов. Хорошо, почему тогда вот не одной женской вещи, а вот тут вот стоит двуспальная кровать голубенькая? Потому что я с девушкой не живу, она у себя живет, я у себя живу, и все. А голубенькая, ну потому что цвет просто прикольный. Да, и ковер у вас тоже голубенький, да? Да у меня все голубенькое, и даже тряпочка для машины. И да, даже лампочки голубенькие. Синие, начальник. Голубенькие. Синие, темно-синие. Все ясно. Так это что у вас такое? Вообще розовые, что это? Игрушечные яички! Это что такое? Стальные яички! Вот вейп нашел свой. Стальные яички! Это что такое? Это жижа новая для вейпа, стальные яички. Почувствуй силу мужика! Ну-ка продемонстрируйте, как это тут работает. Давайте, стальные яички. Начальник, сейчас заправлю вейп. Да. Кинули вот какой-то писюн и стальные яички. Все понятно с вами, все понятно. А, начальник, ты вообще от жизни отстал. Ладно. Пройдемте обратно вниз, а вот я так и не понял. У вас тут какая-то комната вот тут есть, да? Вот комната, какой-то подвал. Вот подвал какой-то. Да. Что это за подвал? Что вы там такое храните? Жижа бродит. Жижа бродит. Ну давайте с вами проверим. Да, открывайте подвал. Чем дольше бродит, тем она... Открывай подвал! Да, начальник, успокойся! Бродит открывай. Жижа у него. Сейчас все посмотрим, что у вас тут такое. Чё это у вас? Чё ты? Вот понятно, чьи-то вещи вы сушили. Оргии, значит, тут устраиваем. Все ясно. В общем, я вызываю наряд.
Не, не, начальник, это не мой дом, я к другу в гости пришел, я же говорил, мне друг... Это ваш дом, это ваш дом. Ну, как же друг все куряги, я вейпер, смотрите. Мажижа, это не я, начальник. Да, и стальные яички тоже, да, не ваши? Это мое, я же сказал, моя жижа. Понятно, стальные яички, оргии в подвале, все голубое. Мне сразу все было ясно. В общем, я вызываю наряд, и там уже будем разбираться в отделении. Начальник, я все объясню, Ты объяснишь, что в суде, открывай все и до свидания. Дай я поясню. Ну, я слушаю. Начальник, это вот эта жижа, стальные яички. Она просто такой эффект имеет, у вас тут галюны немного, галюны. А стальные яички тоже, да? Нет, это так. То есть понятно, то есть у вас еще жижа вызывает галлюцинации. Я понял, вы еще и наркоман, все ясно. В общем, вызываем в отделение по двум статьям, вас посадят. Каким двум статьям? Какая? А ну. А вот статья 1054 УК Майнкрафта Федерации. Да-да-да, и за что меня посадят? За галлюциногенные вещества, которые вы храните, и за однополые. И за однополые браки, и за однополые оргии. Все ясно. Какие оргии, начальник? Я же сказал, галюны, это не считается. Да, да, конечно, все понятно. Песню на улице, голубое, все ясно. Алло, алло, вызываем наряд, все. Дебил. Ладно, начальник, я зовусь, можешь меня садить за то, что я галлюциногенный курю, но это ничего, это тебе там показалось, начальник. Ты просто дышался, пара, и все. Это понятно, он просто гей. Он просто гей. Я гей, не мои писюны, начальник. Все понятно. В общем, все понятно, мы выяснили, что Эдисон у нас гей. Вот, да. А я сейчас, собственно, пойду на его карту, пойду посмотрю, что он там для меня построил. Это вы можете посмотреть по ссылке в описании, перейдя на его канал и посмотреть, как я схожу Эдисону на карту. Ну, давай, Эдисон, оправдывайся, давай. Да, что оправдываться? Не я решаю. Подписчики, как обычно, вы решаете. Посмотрите, ну разве это не гей? Вот разве это не гей? Разве это... Да, Жека, давай мы ничего не будем решать, подписчики, пишите в комментариях, смог я оправдаться или нет. Кому вы больше верите, мне то, что я вейпер, или то, что я что-то там нарушаю закон. Ребят, если вам понравилась эта серия, ставьте огромный палец вверх, прямо сейчас на видос. Чем больше наберем, тем быстрее выйдет новая серия детективов. Да? Да, и ребята, не забывайте смотреть также версию Эдисона по ссылке в описании. А мы с вами заканчиваем, до новых встреч, всем пока. Пока.